В поселке Белый Яр открыты до 20.00 8 избирательных участков. Там тоже практически повсеместный аншлаг. В списках тех, кто имеет право голосовать, практически 12 тысяч человек. В спортивном комплексе «Витязь» в городском поселении расположились участковые комиссии, торговые ряды, кабинет приема ответов на задания викторины «Югре-900». После полудня взяла старт развлекательная программа. Мы все открыты здесь. Да, в принципе, никаких сложностей нету. Все идут с хорошим настроением. Плюс это викторина разыгрывается. Вот, много спрашивают насчет викторины. Вот, мы отправляем их в соответствующий кабинет. День выборов президента. Всегда ходите на выборы? Конечно. Надо долго давать волю. Отдал, все, иди домой. Бабушка всю жизнь ходит. Сегодня день рождения, и как раз проголосую. Вот. Спасибо. Так что надо ходить голосовать.